Всем привет! В Нижнем Новгороде в последнее время очень много появилось магазинов с белорусской обувью. Белоруссия, как пометует наш народ, со времен Советского Союза была эталоном в плане производства товаров народного потребления, товаров питания и тому подобное. И по этой причине жители Нижнего Новгорода с удовольствием идут в магазины, где продается белорусская обувь. Белорусская обувь к нам в Нижний Новгород привозится фирмы «Марка». До недавнего времени «Марка» производила весьма добротную продукцию, и те счастливцы, которые успели ее купить, нахваливали своим друзьям и соседям. Однако последние несколько лет «Марка» решила экономить на качестве и переняла китайскую модель производства. Модель новая, очень выгодно производителям, но не выгодно нам, покупателям. Обувь не живет, как правило, больше двух сезонов, а, как правило, еле-еле доживает один. У нас есть в наличии несколько пар женской обуви, которые не дожили и одного сезона. Давайте сейчас посмотрим те пары обуви, которые есть у нас в наличии, которые не дожили один сезон. Перед нами женский сандалик для ношения летом. Мы видим, как отлично лопнула подошва. Данная пара обуви должна была служить и служить своей хозяйке еще верой и правдой как минимум один сезон. Однако она не дожила и первого сезона в очень умеренном режиме эксплуатации. Сандалик фирмы «Марка», как вы видите, лейбл еще не стерся. Сверху довольно хорошая фурнитура, все прошито. Подошва, в принципе, должна служить без сбоев. Однако лопнуло. Качество никакущее, а денег стоило хороших. Казалось бы, вдруг у нас на летней босоножке левая нога сильнее жарит тапки, чем в зимнее время правая нога. Однако, если мы возьмем зимнюю пару обуви, мы также видим, как летая подошва начинает уже трескаться. При этом фурнитура и вся пара обуви довольно хорошо сшита. Качество никуда не годится. Второй сапог из этой пары, если мы внимательно посмотрим, еще больше трещина, через которую в зимнее время активно поступает вода. Хозяйки данной пары обуви в холодное время придется не сладко. Все это поступает вовнутрь, мех намокает, и минут 10-15 стояния на остановке в Нижнем Новгороде где-нибудь в канаве не принесет никакого положительного эффекта. Простуда будет гарантирована. Если вы хотите по-прежнему покупать белорусскую обувь в Нижнем Новгороде, не делайте это ни в коем случае. Купите любые кроссовки, любые другие варианты, которые у вас есть на рассмотрение, будут куда лучше, чем покупка белорусской обуви. Обходите белорусские магазины обуви в таких гиперах, как Республика, Седьмое Небо или в Печорах. В Мегу ни в коем случае не ездите за белорусской обувью. Оставьте эту затею раз и навсегда. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх.